Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Жигалко. Сегодня хочу познакомить с передавливателем для пластиковых труб, который передавливает пластиковые трубы от 0 до 63 мм в диаметре. Эта модель передавливателя называется Brexpress E63. Производит передавливатель в Беларуси. Производственная торговая компания Brexit. Комплектация состоит из ручки, нижний и верхний упор и ограничитель SDR-11. Чем, наверное, отличается этот передавливатель от всех других передавливателей, которые мы выпускаем? Это болтовая резьба. В программе компании Brexit есть передавливатели со специальной болтовой резьбой, которые легко работают в агрессивных средах, таких как песок, грязь. И, естественно, опускается и поднимается гораздо быстрее, раза в 3 примерно. Давайте проверим, как он работает. У нас есть 63-я труба для газовых труб. Что необходимо сделать, это поставить трубу посередине, для того, чтобы не было перекоса. Важно, чтобы сам передавливатель стоял посередине трубы. Если мы с вами его сдвинем в какую-нибудь одну из сторон, то будет перекос, и он не сможет работать правильно и не согнет вам трубу. Поэтому ставим передавливатель посередине. Все? Нет, не все. Все? Видно? Ничего не видно, просветов нет. Хорошо. Вот так я передавил для вас 63-ю трубу. Еще. Хотел бы немножко добавить о качестве производимого товара компании Brexit. Компания Brexit настолько уверена в своем качестве товара, что дает 36 месяцев гарантии на все свои инструменты и оборудование, которые они производят. Если вдруг случается во время 36 месяцев с вашим инструментом или оборудованием, не стесняйтесь, обращайтесь к нам, мы вам поможем. Плюс ко всему прочему, компания Brexit сможет еще лучше произвести товары с лучшим качеством, чтобы каждый клиент в течение 36 месяцев смог работать на этом инструменте оборудования и получать удовольствие. Друзья, если у вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните к нам по телефону. Наши консультанты с большим удовольствием ответят вам на все интересующие вас вопросы. Пока!